Привет. Привет. А ты что тут делаешь? Орешки дегустирую. Только что купила в пекарне Вольчика. Очень вкусные. Мне очень нравятся. Но моя мама вкуснее гораздо готовила. Так что больше я не буду там покупать. Попробую сама как-нибудь сделать. И показать моим подписчикам. И тебе научу тебя. Я же тебя борщ научила варить. Научу орешки печь. Ты что, умеешь? Что, орешки печь? Да. Да, только мне нужна орешница. Я очень вкусные делаю. Вообще пальчики оближешь. Можно открывать свою пекарню. Ну, расскажи краткий рецепт. Ну, там надо сливочное масло. Там надо много чего. Я тебе все-все-все потом расскажу. Ингредиентов? Ингредиентов. Как говорит этот Виталя? Ингредиентов? Или как он говорит? Не помню. А что ты меня снимаешь? Да. Ну ты даешь, а я кушаю. Ну ешь. Угощайся. Спасибо. Очень вкусный. Как же? Нравится? Не очень. Да. Они какие-то не сладкие. Мало масла сливочного, по-моему, есть маргарин. И в этот самый добавили какой-то разрыхлитель в тесто. Поэтому они такие суховато-невкусные. А когда их делаешь на сливочном масле, еще на топленом, они получаются офигенные. Когда туда пудру сахарную чистую добавляешь, без всех вот этих разрыхлителей и расхимителей, она получается очень-очень вкусное тесто. Оно. Все ясно. Пойду соседей сейчас угощать. Пойду сейчас к Евгении Павловне, мне надо у нее ключ от почтового ящика взять. Она даже содой немного пахнет. Да, соду тоже добавляю. Соду вообще не надо добавлять. Короче, всего нахренячили, чтобы побольше было. Поэтому 10 рублей орешек стоит. Пока. Пока.